приходит жизнь, приходит память, и память возрождает жизнь. Давайте вспомним всех, кого не стало с нами. Давайте вспомним всех, кто там, за облаками, кто больше не придет и нам не улыбнется. Давайте вспомним всех, кто там теперь, у солнца. Сегодня четвертая годовщина. Четвертая годовщина трагедии. Это вопиющий факт украинской агрессии не только против народа Донбасса, но и против всего мира. Я уверен, что придет время, и руководству Украины придется ответить за каждую забранную жизнь, как в небе, так и на земле Донбасса. Сегодня Донбасс скорбит. Скорбит о людях, которые невинно были убиены на территории Донецкой Республики. Украине придется отвечать за свои поступки. Прошло 4 года уже, как произошла эта страшная трагедия. Время идет, но в памяти не стираются нотки скорби. Это был ясный день, как сегодня, когда голубое небо разразилось страшным взрывом, и на землю начали падать обломки разрушившегося самолета и люди. Мы, жители Донецкой Народной Республики, переживающие войну и потерю близких, глубоко скорбим и сочувствуем людям, которые потеряли в этой трагедии близких, родственников, а самое страшное – детей. Я верю, что виновные будут наказаны, и власти Украины понесут ответственность, как бы ни пытались переложить ответственность на нашу республику. Почтим память этот день. Прошло 4 года с того дня, когда в нашем Донецком небе оборвались жизни 298 пассажиров и членов экипажа лайнера, совершавшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Нам, жителям Донбасса, как никому другому, близка и понятна боль утраты близких. Мы хорошо помним этот страшный день, но несмотря на боль, страх и ужас, которые тогда сковали наши сердца, жители наших сел активно включились в помощь сотрудникам МЧС в сборе останков тел и фрагментов самолета. Первая операция по вывозу фрагментов самолета произошла только в декабре 2014 года, спустя 5 месяцев, как украинские грады, минометы и гаубицы обстреливали территории наших сел, территории, на которых находились свидетельства страшной трагедии, свидетельства преднамеренного убийства почти 300 человек. А мы, несмотря на эти взрывы, продолжали собирать эти свидетельства. И сейчас, спустя 4 года, мы до сих пор находим в наших степях напоминание о той жуткой катастрофе. Всем думающим людям Земли понятно, что настоящие виновники этой жуткой трагедии всеми силами будут пытаться скрыть правду. Но мы, свидетели этой катастрофы, верим и надеемся, что нам представят полноценные, правдивые и полные доказательства расследования. Зло должно быть наказано, справедливость должна восторжествовать. Они взлетели, словно птицы, и к ангелам небесным долетят. А детские ладони, к небу обращенные, будто от взрыва лик солнца защитить хотят. Полились рекою слезы матерей, пересохло в горле плачущих отцов. Хватает нерва, не хватает слов. Горе не поможешь горькою слезой, горе не осилишь пьяною бедой.
просим продолжить церемонию организаций, учреждений присоединиться к церемонии возложения цветов. Waarschijnlijk een deel van wie is een vloerdeel is dit waarschijnlijk. Dat zie je aan die honingraatstructuur. Dat moet doorbroken worden, met name in Nederland. From the passengers of MH17, and over here is another one, and these are just a couple of the many that after the wet season and during the dry season, the bones come up during the erosion of the ground, and I've shown these every year since the plane was shot down, that there were still human remains left on site. But last year was the first time that the Joint Investigation Team contacted me and asked me to collect the remains that I found last year on two different occasions. I collected them and turned them over to the Donetsk People's Republic authorities, and they were turned over to the OSCE and the Netherlands authorities. And in July of last year, they were tested, and the bones that I recovered were DNA tested to belong to at least 8 of the passengers of MH17. And I believe the results from the bones that were collected in December of 2017 have not been fully tested yet. So we're just waiting on the results. But this area here, the reason there's so many small pieces of bones is because this is where, unfortunately, the biggest inferno was, and where everything was basically incinerated. So all the small pieces here are very, you know, they're all the pieces of the plane and the remains, the passenger remains are very small. Even around, you can find little pieces of burnt plastic and parts of the insulation from the plane itself, but there's little small pieces like this scattered throughout this whole area. Just this little area, maybe 20 meters by 60 meters, something like this, yeah, because this is where the fire was. All the other areas where things came down stayed fairly in large pieces, so they were able to be recovered. But here, the recovery operation was done in April of 2015 during the wet season, so all of these small pieces, when they sunk into mud, I think it's probably very difficult to find all of the pieces. But as I've been trying to
tell the joint investigation team and the Netherlands and whoever else is interested that there needs to be another recovery operation for the human remains that are still here, because they need to go home. Regardless on investigating, you know, what's happened, or just the main thing is the people that are here and the remains need to go home to their families. If it was my families who were, parts were laying throughout this field, I'd do everything I could to get them home, and I'd hope my family would do the same for me. So it's clear there's many pieces of human remains still here. I mean, they've been DNA tested. It's a fact that they're here. When Alexander Hoog was in Donetsk 2 months ago, I asked him if the OSCE would be willing to help facilitate a new search of this area to recover the human remains, and he said they would be more than happy to facilitate to any party that would be asking. So I would think the Netherlands, the joint investigation team, any other, the family members, any other party that's interested in having these bones collected should contact the OSCE, contact the joint investigation team, and get a actual recovery team to recover all these small pieces of human remains so they can go home and be put to rest in a proper way, because it needs to happen during the dry season. It can't happen in the winter or the spring, so there's not much time left this year, so it needs to happen fast to get all these people home.